Ежегодно в третье воскресенье июня вся Россия отмечает День медицинского работника. Почитают всех, кто давал клятву Гиппократа. По случаю предстоящего праздника в Бурятском театре оперы и балета провели собрание общественности и наградили людей, которые ежедневно оберегают наше здоровье. Сегодня будем награждать и чествовать наших лучших сотрудников, кто по итогам года, кто за все свои многолетние дела получает звания, высокие звания заслуженных врачей, заслуженных работников, отмечены наградами Минздрава Российской Федерации. Поэтому сегодня праздник единения медицинских работников, праздник благодарности нашим коллегам, которые ежедневно, несмотря на трудности, на посту. Награждается Батлаева Александра Алексеевна, начальник отдела клиники экспертной работы детской республиканской клинической больницы. Быть врачом – это намного больше, чем профессия. Это призвание, характер и судьба. Наверное, поэтому в медицине так много семейных династий, когда дети идут по стопам родителей. Марина Болданова уже больше 30 лет работает акушером-гинекологом. Именно она – первый человек, которого видят новорожденные. Я из династии врачей. Мама моя была врачом, ее две сестры. Ну и в каждом нашем поколении по 3-4 врача. Сейчас уже четвертое поколение обучается. Я с раннего детства, еще с дошкольного возраста, мечтала стать врачом, потому что передо мной был пример мамы. А в школьные годы все так же хотела стать врачом. И единственное, мама настаивала, чтобы я стала хирургом. Но хирургом не получилось. Ну, я стала акушер-гинекологом, я нисколько не жалею. В системе здравоохранения нашей республики работают почти 30 тысяч человек. Стоит отметить, что это не только сотрудники государственных учреждений, но и частных. Когда я заканчивал школу, в советское время еще, у меня были родственницы, тети и врачи. Мне казалось, что это очень достойная, уважаемая и нужная профессия, которая помогает людям. Поэтому я решил пойти стать врачом. Профессия медика очень нужная в наше время, достойная. Надо иметь, конечно, какое-то призвание, идти с какой-то целью, чтобы вот именно цель должна быть помочь людям. Моя профессия любимая мной. Я горжусь своей работой, я люблю свою работу. Работа сложная, но выполнимая. Сколько лет вы уже в медицине? Я в медицине с 90-го года, то есть больше 30 лет. В преддверии праздника я всем желаю благополучия, крепкого здоровья, терпения в нашем нелегком труде. За последние несколько лет медицина Бурятии сделала большой шаг в развитии. Ежегодно в Бурятии строятся новые ФАПы, амбулатории, центры, обновляются автомобильные парки. Внедряются новые технологии лечения, диагностики, профилактики и привлекаются новые кадры. Диана Левина, Нима Роднаев, программа «Вместе», телеканал «Мир Байкал».